Голосующие активно идут на участок номер 259 по улице Каюма Мухаммедханова. Все голосующие нашли себя в списках. Это говорит о том, что на участке хорошо организована информационная работа с населением. Люди идут на голосование, несмотря на дождь. Других непредвиденных ситуаций нет. Настроение у населения хорошее. До референдума специально созданные группы встречались с населением и давали информацию о важном мероприятии. Сегодняшняя акция – результат той работы. Высокая активность населения, а значит, казахстанцы заинтересованы в изменении основной идеи Конституции. Мы приехали на участок в 5:30 утра. С этого момента мы наблюдаем, чтобы все проходило в рамках закона. Голосование началось в соответствии с требованиями. До настоящего момента на участке никаких замечаний не выявлено. Даже по списку видно, что проделана большая работа. Все идет согласно закону. Сегодня сделать выбор и проголосовать – это право, свобода каждого гражданина. Семичане, пользуясь случаем, проявляют активность. Бахытгүл Казиз, Гульфия Ардаш, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».